Попался нам тогда в студии очень интересный прибор, который мог делать любой интервал от гитарного звука. Хочешь квинту вверх, хочешь квинту вниз, хочешь терцию, большую, малую, все, что хочешь. Вот. И когда Саша записывал там гитару, ну, там очевидно слышно две гитары. Вот. На самом деле там это одна гитара. Вот. А Саша Храбунов посадил меня у этого прибора и заставил тыкать и орал: «Квинта! Терция вверх! Кварта! Малая квинта!» Я еще делал вот так вот, чопал это самое, и щелкал вот этими вот клавишами. Вот. Ну и что там еще было смешного? Много было там смешного там на записи. Писался-то альбом на разных студиях, вообще на разных совершенно. Там и там, и там, и там. Где-то было комфортно, например, где-то было некомфортно. Когда, например, мы писали «Она была», там у меня записано два больших барабана. Сейчас, слава богу, нашлась умная девушка Инна Тойбери, которая владеет техникой извлечения из старых записей вот каких-то вот таких неизвестных звуков. Вот, она нашла мой второй барабан, и, значит, ну вот, кроме того, что у меня там было еще два больших барабана, я играл там вот, но фишка в том, что моя-то установка была с одним большим барабаном. Вот, это повторилась история, вот, ей-богу, даже смешно, ну, неудобно, конечно, сравнивать, но вот, это, как Файбл писал Deep Purple, это... Вот, решили записать на двух барабанах вступление, помните, да? Вот, и не было второго барабана, и там это Ян Пейс пошел и утащил уху второй барабан, которые писались там в соседнем помещении, там, не знаю, там утащил или выпросил, фиг его знает. Ну вот, и сделал вот это вот. Ну вот, примерно здесь вот было то же самое. Но там была только разница, что у меня-то барабан малый 22 дюйма, большой барабан у меня 22 дюйма, а там был 18 дюймов. Ну, такой маленький, как бы. И вот я там, и, видимо, за счет этого, и плюс то, что еще большой барабан у меня, он совпадал, ну, который вот большой, больше был барабан, он совпадал у меня все время с первой долей, с басом. Из этого получилась такая атака, которую, ну, практически, ну, не убрать никак. Получится там пуду, 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 это пуду шло, шло, шло. Ну вот, почему это произошло? Вот, хочу сказать вам. А потому что аппаратчики, им до смерти надоело с нами возиться. Вот, тем более, что мы привезли своего аппаратчика Маркелова, Илья Маркелов. Спокойно не. Собственно говоря, все зоопарковцы что-то померли все. Вот. И он там начал там заморачиваться, заморачиваться, и они вошли в конфронтацию с местными аппаратчиками, ленфильмовские, и те сказали: «Да ладно, у вас есть свой аппаратчик, мы пошли домой», и свинтили. Вот. А нам нужно сводить, потому что смена-то кончается. Нам нужно сводить, и мы сводили все сами. Ну куда там, я ж не аппаратчик, и никто из нас не аппаратчик. Это сейчас там Саша Храбунов научился там двигать ручки и многие вещи делать. Тогда-то никто из нас этого не умел. Ну вот, ну в общем, сделали как могли вот эту песню конкретно. Вот она была. Вот. Примерно такая же история «Вправе на рок» произошла. Там тоже два больших барабана у меня есть. Вот, но их почти не слышно. Но сейчас уже восстановили, там сделали, есть там варианты.